Всем привет! А знаете, чего Томочка такой заинтересованный? Потому что он увидел блюдечко с Пасхой. Да, там еще Алиса кричит: «Отрежьте мне Пасхи!» Подожди, Алис! Что, Томик? Сейчас, Алисонька, секунду. Ой, Алиса пришла, делаем ноги. Поскольку приближается Пасха, то сейчас я иногда балую своих птиц и даю им кусочек небольшой. Пасхи? Да. А у меня есть новая пони. А у тебя есть новая Вот пони? такая она и Ой, ой, скажи, мы светится. только змейку недавно рассмотрели. Подожди. Убери. На, держи пасочку. Томочка любит пасочку. Ну, в принципе, все птички любят. Так что Томик довольный. Вон Алиса уже змейку запустила. Все остальные птицы тоже получают по кусочку. Так что и на Пасху обязательно вы получите по кусочку. Не по куску, не по кусищу, а по небольшому кусочку. Да? Семейный же праздник. Но без изюма, да, и без глазури. Просто кусочек. Ну, гляньте, в каком восторге птица от этого кусочка. Он бережет, кстати, тут насорил немножко, но сейчас подметем, да? Томочка. Мне нравится моя змейка. Ой, а Томочке нравится Пасха. Вот одним маленьким кусочком можно доставить такое удовольствие птичкам. Ну, прелесть же. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!